Дефицита медицинской ваты в нашей области не будет. В Мактаральском районе в поселке Асыката заработал производственный цех. На сегодняшний день здесь работают 25 человек. Мини-завод обеспечен местным сырьем. Недавно сюда завезли оборудование из Китая. Производственная мощность цеха 150 тонн в год. Готовая продукция пользуется спросом из всех областей Казахстана. Завезли китайские станки, провели обучение персонала. Производственная цепочка состоит из нескольких стадий очистки хлопка. Наши специалисты контролируют весь процесс, чтобы готовая продукция была качественной. Цех ТУА «Атамикен» заработал в декабре прошлого года в рамках госпрограммы индустриально-инновационного развития. Стоимость проекта – 55 миллионов тенге. Частично строительство мини-завода было профинансировано за счет средств регионального инвестиционного центра «Максимум». Для переработки хлопка нам надо более 50 тонн воды. Летом у нас дефицит. Поэтому нам нужны средства, чтобы обеспечить производство водой. В решении этого вопроса помощь государства нам бы не помешала. В следующем году завод планирует выйти на полную производственную мощность. Также руководство компании «Атамикен» планирует открыть еще один цех по производству тканей.